Задача выжить на этом столбу. Так, сегодня мы будем выживать. Ну что ж, поехали. Первым делом добываем дерево. О, сундук халявный. Так, надо посмотреть, что есть. Неплохие-то крестики надо забрать. Ломаем сундук. Окей. Ломали сундук, ломаем дальше дерево. А, так как наша конечная алмазы. Также я расширял остров и крафтил разные вещички. А ненужные просто сложил в рюкзак. Вытащишь сундук. Это я скрафтил обычную кирку, которую я принялся копать дальше. Также мне надо было как-то забрать рюкзак. Я как-то его попытался забрать. Да, и все-таки я его забрал. Также сундук. Что больше я копать не хотел. Поэтому я забираю сундук. Все, погнали дальше. До низа еще осталось чуть-чуть. О, первый уголь вижу. Отлично. Фартануло. Думаю, что будет 5 штучек угля. Дальше у нас камень пошел. Окей. Опять уголь. Вы что, издеваетесь? Дальше у нас должно быть вроде алмазы, а не железка. А железка не добыл, поэтому надо печь крафтить. Ой. Скрафтил кирку и посмотрел, что будет дальше. И дальше у нас будет это... Дальше железо у нас. Еще где-то 3 штуки. Окей, принялся копать. Ой, забыл опять рюкзак забрать. Да что ж такое? С рюкзаком у меня сегодня. Фу ты, с верстаком. Нет, рюкзак, я тебя буду помнить. Ну что, новый скрафчу. 5 камень. Что на этот раз? Опять уголь, опять железо. Дальше может быть что-то, например, алмазы. А перед тем, как мы дальше продолжим видео, подпишись. Погнали. Так, я думаю, что скоро будет золото, либо алмазы хотя бы. Потому что кто-то так шагнул крепко. Надо аккуратно так стоять, чтобы, ну, поняли, чтобы не упасть. Дальше, может, мне надо будет переплавлять, но это я посмотрим. Опа, уже железо, золото. Переплавляем. Наша железка. Опять крафтим верстак. Ставим верстак. Заходим в верстак. Крафтим печку. Ставим печку, заходим в печку, кидаем туда железо и кидаем палок. Все, теперь ждем. 8%, кстати.